Добрый день, дорогие друзья! Мир в вашем доме! Сегодня мы готовим курицу на саджи. Нам нужны хорошие специи, свежие овощи. Для начала надо разделить надо нашу курочку правильно. Снимаем мы окороченный часть. Начинаем подрезать. Разворачиваем. Тут нам надо вот эта косточка. Есть одна ножка. Курочка домашняя. Накормлена. Видно, чтобы жиры такие светленькие такие. И вторую ножку. Это нам нужен. Дальше берем мы, снимаем вот эту шкурку. Вот это нам не нужен. Здесь надо. Так. Отделяем вот это наше филеечко. Вот так мы второе филеечко снимаем. Вот он. Вот наша филейка. Это все суповой набор. Нам не нужно. Вот это внутренняя филешка. Она нам нужен будет. Здесь делаем такой разрез, и здесь мы его вот так расслабим от суставов, что могли мы его прожарить хорошо. Надо вот наша грудиночка. Вот так его. Так, и здесь так открываем. Открываем. Вот наша грудка. Вот. Снимаем шкурки. Можно его готовить, но нашим блюдам он особо не нуждается. Снимаем одну сустав, который нам не нужен. Вот еще один ножка открыли. И, конечно, можно его есть. Есть можно. Она чистенькая, домашняя. Это не магазин, а бройлер. Заберем вот эту косточку. Нам же, чтобы быстренько прожарился. И здесь тоже надо так же. Вот так. Скрываем. Вот видите, как он раскрылся. И здесь. Это быстрая прожарка будет. Это же мы все так в саджи готовим. Ну, килограмм полтора это курка. Вот это филе ничего. А так он был 2,5, наверное, где-то, да? Угу. Да, это достаточно. На 4 взрослый мужчина наедаешься. Сытный будет эта еда. Будем мариновать наши курка. Зира, кумин. Куда же без него? Кориандр зернах. Чеснок, сухой гранулированный чеснок. Сейчас молочу, еще даю паприка сейчас немножко, они крупные, а паприка у меня уже намолотая. Мы еще дадим сюда имбирь, чили, и он еще его растительный
Ну, оливковое масло и немножко заправка карри дадим. Ведь тонкий слой пропитывается вот этим, да? И он даст ему яркий-яркий такой, сразу вот такой вкус. Щедро, обильно даем. Вот так. Вот. Да, средняя острота чили. Чили сюда даем. Свежего имбиря. Пикантный. Четкий его вкус. Ты отличаешь от другого всего. Масло оливковое. Такой. Вот такой маринад. Это вообще супер его вкус будет. С чили свой острота даст. Имбирь сейчас его еще дополняет. О! Ты видишь, какой. Вот даем сюда мы свежего кориандра. Молодого. Вот такие. И вот самые верхушки, вот это не созревшие семечки его. Знаете, какой он даст свой вкус. Даже уже можно его просто хлеб, соль и туда немножко, много не надо, брынза можно добавить. Нальем наши масала. Это карри достаточно. Ну, соус карри, соевый соус. Есть тщательно, аккуратненько и перемешивает, чтобы полчасика вот это пропитался, вот это все вкус. Закрываем и начинаем потихонечку мы разжигать костер теперь. Вот, дорогие друзья, у нас курочка маринованная, овощи нарезанные. Дальше мы будем еще свежие овощи давать. Все готово. Вот здесь у нас кедровые орешки. Надо его поджарить, чтобы его аромат раскрыть. Она сырая. Сейчас буду жарить его. Обжариваем мы. Чуть-чуть. Чтобы он дал свой такой жареный такой кедровый аромат. Без масла, без ничего. Вот так. Он маслянистый сам по себе. Это лесной. О, уже вот чувствуется, да? Легкий-легкий такой аромат. Все, достаточно. Я его снимаю. Даем маслицу. Вот такой. Вот наша курка. О, какой аромат, Марио. Чувствуешь? Какой аромат. Так нам нужно, да? Его чуть-чуть корочку сделать. Корочку. Вот наши курчаки. Жарим, пока ничего не переворачиваем, ничего не делаем с ним. Вот так, что по всему. Отлично. Так надо. Такие корочки образовать надо нам. И
Вот она как, что нужен нам надо был. Вот это. Вот эта корка нам надо. Видите, Марио? Вот это что нам нужно было. Он жарится очень быстро. Его не надо сильно прожаривать. Даем. Копылечка, копылечка. Даем лук. Пошли лучки наши. Раскроем, середину у нас овощ идет сейчас. Сильный лучок огня не надо. Вот лучок прожаривается. Даем. Морковка, имбирь, чили, чеснок. Жарим на маленьком огне. Жарится очень хорошо. Запах невероятно такой вкуснейший запах. Наша курочка полуготовая. Они же тонкие, же разрезы сделаны, пропитаны всем своим соком, своим маринадом. Он уже готов, Марат. Мяско наше готово. Он жарился 8-7 минут. Готово. Ставим в сторону пока. Вот наши овощи. Прожарились слегка. Даем фасоли. Фасоль. Это молодая фасоль еще. Мягкий. Ему сколько? 10 минут готово. Дождик, наверное, будет, что резко погода изменился. Водички, что фасоль наша, вот слегка обжарился, теперь он мягкий стал, минералочка. Все. Вот все-все, вот это вкус остался от курицы, масло уже, которое было в масле, вот это чесночок, имбирь, лучок, он уже без ничего, можно просто его так. Ну, фасоль сам по себе, кто как, но я очень обожаю, заменяет любого мяса. Все, 10 минут, все в одном саде. Еще дополнительным еще дадим, еще овощей, чтобы более такой лето, самое такое время на природу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинаем усиливать его. Потом даем орешки и впоследствии нам даем еще мы наши мяски. Мясо жареное даем, куриное. Закрываем минут на 5. На 5, на 6. Это фасоль, ему уже почти что полуготово. Огня много не надо. Вот такой понемножко. Много чего с собой не надо таскать. Вот. Наш старый сад. Ну и все. Столик, контейнер с продуктами. Все, мы уже в лесу и готовим. Ну, он прекрасно вкусный, костром будет пахнет, особо дает вот именно на это овощи,
на нашей курочке, да, он дает такой еще именно с костра дает такой ароматик. Подождем. Сейчас я расскажу вам, как пользоваться сайтом e-каталог на примере сковородки. Вводим в поисковик сайта «Сковородка». Смотрим результаты. Выставляем цену, к примеру, от 500 до 800 гривен и добавляем необходимые фильтры. Нажимаем «Показать». Нас перенаправляет на следующую страницу, где мы выбираем понравившиеся нам сковородки в сравнении. После того, как мы определились с товаром, можно посмотреть его фотографии, отзывы, а также магазины с наименьшей ценой, полезную информацию по товару и заказать дополнительные аксессуары. Ну смотри. На, черное золото. Ну не нефть это. Вот так руками раз делаешь, есть. Какой невероятный такой вкус. Такой кисленечка. Вот их смотри сколько. О, сколько. Наши бобовые готовы. Ну сколько у нас? 40 минут. Все. Наши блюда сейчас будут готовы. Смотри, Марик. Какие губы колдуны. Бля. Необхатные. Это Бог создал. Все лишнее. Далее свежие помидорчики, болгарский перец. Наши курочки готовы. Фасоль дошел. Добавлю зелень. Вот наш гарнир. Наша курочка. Ой, какая ароматик. Это невозможно. Сок. Даем кедровые орехи и зелень свежая. Их обжарили, кедровые орехи. Он совсем... Отличный вкус стал. Вот наш прекраснейший лесной обед готово. Святой хлеб прогрелся чуть-чуть. Очень вкусно. Освежаем базиличком. Все. Вот наши курочки. Давайте так на хлебушку наши положим. Вот он. Вот он. Это невозможно, что он не может быть невкусным. Это супер вкуснейший, лесной, овощной, тем более легкий курочка с корочком, прожаристый. Это супер. Попробуйте, готовьте. Я с вами с этим секунду прощаюсь. Мы идем сейчас в домик, где наша машина. Желаю вам всем здоровья, приятного летнего отдыха. Будьте крепкие. До новых встреч.